Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня будем готовить итальянское блюдо – минестра, то есть суп. Рецептов великое множество, но сегодня мы с вами приготовим из трех основных ингредиентов. Это рис, картофель и лук-порей. Ингредиенты в подробностях я укажу в описании под видео. А сейчас приступим. Нашинкуем мелко порей и нарежем кубиками картофель. В кастрюлю я налила оливковое масло 3 столовые ложки, добавила кусок сливочного масла и 2 зубчика чеснока, порезала напополам. В кастрюле на средней температуре варится бульон. А теперь вытащу чеснок и добавлю лук-порей. Немного подрумянился, совсем чуть-чуть. Буду тушить до мягкости, на средней температуре, постоянно помешивая. Добавлю немного соли. Порей стал мягким. Добавим картофель. Налью половник бульона, накрою крышкой и дам закипеть. Теперь перемешаем. Добавим рис. И зальем бульоном. Бульон я не солила. Накрою крышкой и дам закипеть. Суп закипел. Сейчас я немного посолю. Все по вкусу. И добавлю шафран. Теперь все перемешаю. А теперь накрою крышкой и буду варить до полной готовности на средней температуре, изредка перемешивая. При необходимости добавляйте бульон. Суп готов. Выключу плиту. Накрою крышкой и оставлю в сторонке на 15 минут. И только потом подам на стол. А теперь обязательно посыпаем сверху пармезаном.
и молотым черным перцем. И вуаля, осенний супчик готов!